что эти... Короче, там потанцевать немного или... Короче, есть где-то пианино там. Есть пианино. Это так свежо, прикольно вообще. Эти приколы кайф. Всякие. Шашлык, короче, пошли. Пятница. Это все посреди бела дня. Ты ж там подруга так только что со стола лихо что-то скидывала. Я думал, это она это винил крутит. Вчера просто схема была, это может типа кто короче, кто куда. А мы переходим дорогу? Можем пройти там посмотреть, что за говно собачье. Пошли посмотрим, что за говно собачье. Слушай, ну какие-то фотки. Вот. Пошли, козлочек, сделаем, мы пойдем уже на море. Да, нормально. Ты ж, ну да, тут, короче, вся мерзота может собираться одновременно. А на самом деле, вот это же все понабухиваются, понаколятся. Чувак, вот где, вот он пианино, вот посмотри, он пианино. Ага. Вот там вот это места. Фристайл... Давай, фристайл, короче, не заканчивается. Мы остановились у Флекса, спасибо ему за это огромное. Приняли душ, поели, отдохнули, все вообще, ну, возобновилось, так сказать. Но организм готов к дальнейшим каким-то телодвижениям. Так что мы теперь мчим. Куда мы мчим, кстати? А, ну на этот, на море посмотреть, на, вот, на Днепр. А там, короче, там уже и пароходы, скороходы, водные мотыки, водные лыжи, самолеты, вертолеты. Это все там, короче. Вот эти штуки, которые, понял, под этим, под напором воды, типа, шуталку, ты вот это летаешь там. Вся, короче, хуйня. Бля, ну реально как-то громко, прям пиздец. Прям у меня аж это. Я когда-то тут был.